Так, всем привет! Сегодня я покажу немного деталей разработки, в частности, главное меню, по просьбам интересующихся. Значит, запускаем игру. У нас появляется главное меню. Главное меню выполнено в виде панели управления с приборами, в виде приборной панели, и приборы такие же, как используются в авиации. В основном, значит, у нас есть синглплеер меню, мультиплеер меню, настройки. Здесь у нас находятся тоже настройки игры, а здесь настройки управления. И, собственно, кнопка выход, нажатие которой завершает игру. Возвращаемся. Значит, вот тут у нас находится в настройках указатель количества топлива, который плохо видно. И через некоторое время он промерит заряд батареи телефона, и стрелка установится в положение, соответствующее заряду батарейки. И в случае, если заряд низкий, мигает красная лампочка, как на реальном самолете. Вот. Вот стрелка устанавливается в положение full, потому что на данный момент телефон полностью заряжен. В мультиплеере у нас исключительно нарисован радар. Это просто анимация. Тут на фоне видно зеленую лампочку, которая тоже для красоты. Различные кнопочки и компас. Компас сделан под авиационный компас, выглядит дизайн, но он реально работает, это реальный компас. Вы видите, что север поворачивается вокруг самолета. Также у нас здесь есть высотомер, который показывает крен, когда мы накрениваем телефон, и угол тангажа, когда мы наклоняем телефон вперед и назад. Ну и, собственно, вот это у нас кнопка, это кнопка, это кнопка, это кнопка, кнопка выхода. То есть, по идее, нажимая на эти приборы, мы переходим в соответствующее подменю. Но на данный момент это не имплементировано. Вот и все. Всем спасибо.